Привет, ребят! У меня такая Криска. Покажи. Я очень люблю лабиринт. О, какие у тебя лабиринты! С хомячком? Ну, давай, покажи нам, как ты умеешь проходить лабиринты. О, это мне путь. Скажут, куда идти. Ага. Ты решил начать с другой стороны? Этот лабиринт называется «Снежинки» (Snowflakes). Нужно пройти через все снежинки от начала до конца, от старта до финиша. И это уровень какой, Дань? Я соединил. Соединил? Все, прошел уже? Даня, ты нашел непройденные лабиринты? Да. Будем их проходить тоже? Ты думаешь, вот так? Может быть так. Сейчас мы посмотрим и узнаем. Так, мы начали проходить лабиринт. Идем право, вниз. Ага, ага. Ты прям все там закрасил так? Мне кажется, там где-то у нас тупик. А где у тебя финиш? Покажи мне финиш. Вот. А, так стой, да ты же почти дошел. Вниз. Попробуем от финиша. Так, мы дали карандаш, чтобы не запутаться там, где ходили. Дошел, соединились? Вот откуда нужно было нам идти, да? И теперь обведем наш путь полностью. Молодец. Ты прошел последний лабиринт, но это был очень сложный лабиринт, да, Даня? Ого, это ты. Еще самый сложный. И ты прошел всю книжку. Это уже загадки. Это загадки? Нет, это ответы лабиринтов, как их проходить надо было. Ого, смотри, это тупик. Да, видишь, как их прошли там? Да.